Краткосрочные и долгосрочные парковки диктуют свои правила. Сегодня состоялась пресс-конференция с участием руководства «Станайл-РТ». Рустам Халилев попытался объяснить ситуацию с выданным на терминале счетом за парковку в 57 тысяч тенге. По его словам, на территории аэропорта имеются порядка 2000 парковочных мест. Есть краткосрочные стоянки, паркинги и бесплатные парковки. Людям остается самим выбирать подходящий вариант и внимательно знакомиться с тарифами. Стоимость краткосрочной парковки после бесплатных 30 минут выходит в 300 тенге за час. Следующий час обойдется в 400 тенге, а потом за каждый последующий час придется заплатить по 1500 тенге. Что касается паркинга, за него нужно будет заплатить 2000 тенге за сутки. Тарифы определяют в соответствии с расходами на обслуживание. В них входит амортизация оборудования, уборка парковочных мест и работа парковщиков. Самая главная проблема, что люди действительно привыкли, что парковка на аэропорту стала бесплатной на какой-то период ее реконструкции, и действительно бросали там автомобили и уезжали на недели, на месяца, на отпуска и так далее. Вот это действительно была проблема. И она осталась. То есть сам подход людей к тому, что было бесплатно, могу, что хочу, то и делать, это, в принципе, неправильный подход. Надо, чтобы был порядок.